Всем привет! Добро пожаловать на канал Евгеймер. Сегодня у нас, как всегда, есть новиночка. Это коллекция «Коты рулят» или «Я люблю кошечек». Вот такие вот у нас конвертики, все одинаковые. И в честь новиночки мы откроем 3 пакетика. Так, возьмем 1, 2 и вот этот. 3 пакетика. Остальное будем открывать в следующих видео. Так, из прошлой новиночки мы возьмем сегодня 2 конвертика с амнямами. Возьмем 3 киндер-яйца. 1, 2. И первый хочу. 3. Мини-лента, тоже 3 конвертика. Так, 3. Веселые прилипалы, 2 конвертика. 1, 2. РЖД, 1 пакетик с паровозиком. Возьмем 2 сока, яблочко и виноградик. И Стражи Арктики возьмем 1 пакетик. Я уже взяла свой каталог и забыла выбрать выстрелы для наших пиратиков. Возьмем 2 конвертика. 1, 2. И переходим открывать наши сюрпризики. Первая наша коллекция — это РЖД. Мы взяли 1 пакетик. Посмотрим, что же нам попалось. Ой, лишь бы не порвать. Сюрпризик. Сюрпризик под номером 8. И наш вагончик уже может уезжать. Потому что у нас собрались все пассажиры. Нам попался вот такой вот маленький и миленький тигренок, который почему-то меньше черепашки. Первый вагончик у нас отправляется. И нам осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6 зверят. Ну а мы переходим дальше. И следующая коллекция у нас — морской бой. Вот наши выстрелы, наши патрончики. Кто же у нас будет первым стрелять? Первый стреляет оранжевый, и он стреляет В4. Давайте посмотрим. И он подцепил двухпалубный корабль. Давайте отметим его выстрел. Ранил. А зеленая команда у нас стреляет А4. Посмотрим, и он попал между кораблями. Вся А заполнена, кроме именно вот этой клеточки. Отметим ее выстрел. Давайте отметим их выстрел. Вот так. Так, берем наш следующий конвертик. Оранжевые стреляют D4 и не попадает. Зеленая команда стреляет G2 и тоже не попадает. Давайте посмотрим. Зеленой команде осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6 выстрелов. Оранжевой команде осталось 1, 2, 3, 4, 5 выстрелов. Оранжевый идет немного впереди. Но все равно я болею за этого маленького пиратика. Посмотрим, чем закончится их война в следующих видео. А мы переходим к следующей коллекции. Это коллекция мини-лента. Сегодня 3 конвертика. Давайте посмотрим, что нам попалось. Это маска для волос под номером 30. Наша масочка на месте. Берем следующий конвертик. И нам попадается повторочка. Это гель для бритья Арко. Потом уберем ее в конвертик для повторок. И открываем третий конвертик. Нам попался творожок номер 11. Вот так вот потихонечку собирается коллекция мини-ленты. Давайте уберем повторочку повыше и в конце видео уберем ее в конверт для повторок.
Переходим к следующей коллекции. Это у нас коллекция сок. Вот наши пакетики с соком. Нам попалась повторочка. Вот представляете? В прошлом видео нам попался моя семья вишневый. И сейчас попалась эта же повторочка. Уберем ее, а в конце видео уберем в конверт для повторок. И что же нам попалось еще? Нам попались те же самые повторочки, которые были у нас в прошлом видео. В прошлом видео мы открыли экзотик со вкусом грейпфрут и моя семья вишневый. И нам попали сегодня точно такие же повторочки. В этой коллекции у нас ничего не прибавилось, а мы переходим к следующей. Это коллекция с киндерами, сюрпризами. Давайте посмотрим, что нам попадется. Судя по контуру, это какая-то принцесса. Давайте посмотрим, какая. Это же Золушка. И мы открываем второй киндер. И нам попадается вот такой вот бегемотик. Что он делает в этой игре? Расскажите мне, пожалуйста, ребята. И последний, третий киндер. И нам попадается вот такой вот мышонок из мультика про Золушку. Вот так вот он стоит на вилочке. Вот так вот у нас уже получается 4 игрушки из коллекции про принцесс, 3 игрушки из коллекции бегемотов и всего лишь 2 игрушки из коллекции миньоны. А мы переходим к следующей коллекции. И это коллекция Стражи Арктики. У нас осталось всего 2 игрушки. И у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6 пакетиков. Интересно, попадется нам повторочка или новая игрушка. И нам попадается главный персонаж. И нам осталось собрать всего лишь одну наклеечку. А мы переходим к следующей коллекции. Это веселые прилипалы. Нам попадается вот такой вот малыш. Я думаю, что его зовут Скромняга. Вот его место. Давайте прочитаем про него. Стесняешься заговорить с симпатичной одноклассницей? Или растерялся, когда нужно выступать перед классом? Это все из-за Скромняги. Очень уж он стеснительный. Да, действительно, по нему видно, какой он скромненький. Посмотрим, кто же нам еще попадется. И нам попадается Скромняга. Вот так совпадение. Уберем его в наши повторочки. Это мы уберем в стороночку и в конце видео уберем конверт для повторок. А дальше у нас коллекция с амнямами. Их у нас 2 штучки. Откроем их сразу и посмотрим, кто нам попадется. Так, в этом конвертике у нас вот такой вот амнямчик на табуреточке. А здесь прячется вот такой вот огромный амнямчик. Давайте найдем для них место.
Это вам нямчика номер 7 с этого места. А это вам нямчика номер 4. Вот здесь вот он будет у нас жить. Ну а мы переходим к нашей новиночке на сегодня. I love cats, или же коты рулят. И мне уже не терпится посмотреть, кто же нам попадется. Это же три кота. Компот, карамелька и коржик. Вот такая милота. Под номером 11. И мы переходим ко второму конвертику. И нам попадается вот такой вот маленький котеночек из Том и Джерри в детстве. А вы любите такой мультик? Что же у нас попадется в третьем конвертике? Давайте поскорее откроем. Что-то маленькое. Нам попадается вот такой вот котенок. Я, конечно же, знаю, как его зовут, но хотелось бы, чтобы вы рассказали мне об этом. Напишите в комментариях имя этого котенка. Вот такая новиночка у нас в каталоге. Понравилась она вам, ребят? Переходим в начало нашего каталога и складываем наши повторочки. Сегодня нам попались два скромняги. Вкладыши мы убираем в конвертик. Самого скромнягу уберем. Два сока, которые нам попались точно такие же в прошлом видео. И гель для бритья Арко из коллекции Мини-Лента 3. Ну а на этом все. Увидимся в следующих видео. Как вы думаете, какие коллекции будут еще в моем каталоге? Всем пока!